На просторах интернета можно найти много разных рецептов, что же вкусненького можно приготовить на праздничный стол, либо в будний день из лаваша. Я же предлагаю вам сегодня свои два варианта мини-рулеты из лаваша, из тех продуктов, которые нашла в холодильнике. Для начала я возьму банку шпротов и вместе с маслом, не буду его сливать, растительное масло, эти шпроты разминаю. Далее на крупной терке натру 4 крупных вареных яйца. Здесь же скажу, что яиц можно взять даже немножко больше, штук 6. Дальше возьму один болгарский сладкий перец и мелко нарежу вот на такие полоски по ширине где-то 1 см примерно. Небольшой кусок сыровяленой колбасы тоже нарезаю на полоски примерно такого же размера, как и болгарский перец. И, кстати, данные пропорции продуктов сразу вам указываю на приготовление двух рулетов. На лист армянского лаваша я распределяю немного кетчупа. Сверху отправляю картофельное пюре, которое осталось после вчерашнего у меня ужина. И тоже распределяю по всей площади листа. Третий слой – это размятые шпроты. Их я распределю до половины листа. Сверху на шпроты вареные яйца. И отступив немного от края, где-то сантиметра 3-4, делаю один ряд болгарского перца. И отступив еще сантиметра 3-4, делаю ряд колбасы. И на свободную вторую половину лаваша, где нет яиц, шпротов, колбасы и перца, есть только пюре с кетчупом, я распределяю зелень. Ну а теперь необходимо свернуть плотно рулет. Завернула рулетик, немножко прижму, чтобы продукты были поплотнее друг к другу. Заверну края рулета обязательно, чтобы они не пересыхали. И отправлю рулет в холодильник где-то на часа 4. Второй вариант, тоже беру армянский лист лаваша. Забыла включить камеру, поэтому показываю наглядно, что смазала первый слой, у меня идет именно плавленый сыр. Дальше до половины лаваша маринованная морковка. И вторая половина лаваша это натертые на крупной терке вареные яйца. На вареные яйца делаю вот такой ряд болгарского перца. И все, заворачиваю этот мини-рулетик. Опять же довольно плотно, чтобы продукты плотненько прилегали друг к другу. И тоже необходимо обернуть пищевой пленкой, завернуть края и отправить на 4 часа опять же в холодильник. Достаем наши рулеты, снимаем пленку, так как края лаваша немножко полупустые, мы их срезаем, убираем в сторону. Ну а для подачи к столу нарезаем где-то шириной 1,5-2 см наши мини-рулетики. Как видите, такие мини-рулетики очень в разрезе красиво смотрятся. И уверяю вас, что такое сочетание продуктов не оставит равнодушным ваших гостей. Давайте посмотрим второй мини-рулет. Тоже, как видите, очень даже празднично и нарядно. За счет ярко-оранжевого цвета моркови, красного болгарского перца эти рулеты достойны внимания. Выкладываем на красивое плоское блюдо и можно подавать к столу. Я думаю, что такие рулетики заслуживают вашего внимания. Подписывайтесь на канал, берите рецепт на заметку. До новых встреч!